Привет всем, друзья! Сегодня покажу и расскажу, как сделать самый простой ветряк из пластиковой бутылки своими руками. Он вам укажет направление ветра, отпугнет с вашего участка кротов и птиц. Эту самоделку сделать по силам любому человеку. Для изготовления ветряка понадобится пластиковая бутылка и пластиковая канистра. На пластиковой канистре нужно нарисовать две ровные полоски. Это я рисую пропеллер. Не судите меня строго, я не художник, рисую как умею. Что-то похожее на пропеллер я нарисовал. Теперь канцелярским ножом нужно сделать в канистре прорезь. Теперь ножницами нужно вырезать пропеллер. Также пропеллер можно сделать из жестяной банки. Вырезанный пропеллер нужно немножко подровнять. Теперь понадобится строительный фен. Феном нужно нагреть пропеллер. У разогретого пропеллера нужно лопасти согнуть. Таким образом мы зададим аэродинамическую форму. Чтобы аэродинамическая форма сохранилась, надо немного подождать, чтобы пропеллер остыл. При необходимости нужно подогреть. Получился вот такой пропеллер. По центру крышки у бутылки нужно дрелью просверлить отверстие. Также и у пропеллера просверлить отверстие посередине. Теперь нужно поджечь газовую горелку и нагреть гвоздь. Раскаленным гвоздем прожечь бутылку насквозь. В пропеллеры отверстие расширить наиболее большим сверлом. В пропеллер вкрутить саморез. На саморез надеть гайку. Саморез с пропеллером вкрутить в крышку у бутылки, но не до конца, чтобы пропеллер вращался. Длинный саморез пропустить через отверстие, сделанное в бутылке. На саморез установить шайбу. В колышек вкрутить саморез.
получился отличный ветряк. Он своим шумом отгонит кротов и птиц, покажет направление ветра. Кому видео понравилось, оцените, пожалуйста, лайком. Те, кто еще не успел подписаться, подпишитесь, впереди ждет очень много интересного. Всем удачи и добра!